Чипсы из картошки в микроволновке сделать совсем просто. Главная забота – очень тонко нарезать картошку. Для этого можно использовать специальную терку. Все, что нужно – поставить картошку в печь. Это блюдо – чудесная альтернатива магазинным чипсам, которые намного вреднее и калорийнее. Натуральные чипсы из картошки в микроволновке готовятся очень просто и быстро, а по вкусу совершенно не хуже готовых чипсов. Тем более, каждый человек может использовать те приправы, которые ему больше по душе. Удачного приготовления! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Для удобного приготовления чипсов из картошки в микроволновке я советую взять бумажную тарелку, она впитывает лишний жир. Картошку промываем и не очищаем, а нарезаем максимально тонкими ломтиками. Нарезанный картофель выкладываем на тарелку. Картофель солим, перчим, посыпаем любимыми приправами, особенно вкусно с чесночным порошком, поливаем уксусом. Подготовленные чипсы отправляем в микроволновку, в зависимости от ее мощности выставляем время, мне хватает 5 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. Когда чипсы аппетитно зарумянятся, достаем. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Картошка 4-5 штук, среднего размера, уксус 1 чайная ложка, соль по вкусу, приправы по вкусу, количество порций 3. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!